Добро пожаловать на канал HardResetInfo. По каким-то причинам вам нужно сбросить абсолютно все настройки с Wi-Fi ретранслятора Xiaomi Extender Pro. Ну, не беда, есть выход. Ну, их даже несколько. Во-первых, нужно нажать в правом верхнем углу экрана на вашем телефоне Xiaomi, затем, ну, либо же просто в приложении Mi Home и нажать «Удалить устройство», «Удалить устройство». Если, конечно же, вам повезет и вы можете себе позволить удалить устройство, потому что оно у вас добавлено. Если вы его даже добавить не можете, тогда в дело вступает волшебная скрепка. Как она работает? Берете любой тонкий предмет, ручку, карандаш, неважно что, желательно, чтобы не карандаш, конечно. И вот здесь, вот с этой стороны, вот на этом торце, вы... Видите, он красненьким светится уже, потому что я отключился. Но все равно это еще не то. Подождите, он сейчас вот сейчас будет гореть тем, что нужно. Нажимаете вот сюда вот на кнопочку Reset и держите на протяжении 10 секунд хотя бы. Вот, видим, что он ощутил уже, что на кнопочку давит. И теперь кнопку отпускаем. Отлично. Полностью сброшен. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.